Всем привет, я рад. Идем по Люксембургу. Фургоны всякие, кафешки, бузончик играет. Красиво. Солнечная погода, тепло вроде. Сейчас покажем тут какие-то окрестности. Какие-то дома. Литочка везде, камешки. Тачки, марки. Все наешки, короче, такси. Потому что у нас в России на дорогах ездят на Е-классе. И таксисты на Е-классе едут. Сэшка, универсалы, Passat CMC, Ferrari, FF. Короче, ладно. Дома тут еще там реставрируют. Так это вечеринка, ты знаешь, как это будет. Ладно. Слышно? Все, по-русски никто ничего не понимает. Короче, тут особо рассказывать нечего, мы пришли по городу. Сейчас мы тут 2 часа всего будем. Сейчас пойдем уже до автобуса и в Париж. Сегодня ночью, короче, уже в Париже. 3 ночи в Париже было. Ну а там дальше вам покажу отель и расскажу, что это было. Давай. Чего, народ? Вы посмотрите, на это. Вот вы видели, да? Чувак вчера в Париж приехал, там в отеле разместились, побухали. Башка сегодня болит, как обычно, ничего не ем. Приехали на Эйфелеву башню по Парижу, сейчас катаемся, потом Диснейленд. Ну что сейчас, обзорка у нас была, там Лувр, не Лувр, вот это вся фигня. Нам порассказывали. Короче, ну, красивый город. Только там был один квартал, что дохерище мусора. Ну там типа нигерский квартал, там очень много мусора. Ну типа в субботу там своры какие-то. Ну на последующих давай. Давай, Эйфелю. И вот это вот. Ну, какие-то эти. Все, бог, бывал. Ну да ладно, это коняшка. Поч. Вот. Погодка, ну такая. Плюс сколько? 8:30 утра. Ну погода такая. Кстати, тут везде эти асфальты моются, смотрите. Короче, не дождь, это моют асфальты. Ездят машины, короче, асфальты моют. Ну, как жнигер. Вот, ну все, давайте, Диснейленде. Ну что, время? Поедели это. Диснейленд идем. Диснейленд. Сейчас покураю. Так что реально покурать. Сейчас посмотрите. Покажи. Ребя, это Диснейленд. Сладко. Просто чок. Сколько народу. Трафик. Так. Блин, что тут прям еще ого-го сколько идти. Там еще ого-го сколько идти. Идем. Полторашечка. Народ. Смотрите, что тут. Что за суета. Диснейленд. Музычка. Какой замок. Ошалей тут. Трамвайные пути, кстати, трамвай ходит. Так, вот сюда. Сейчас мы идем на пираты, по-моему, Карибского моря. Что это такое? Точно не знаю. Ну, вот так вот тут. Я. Я покурю, ничего.